Привет, ребятки, с вами Лекс, и сегодня будет супер быстрое видео по Hello Guest. Сегодня будем проходить на скорость. Разумеется, нажимаем New Game, выбираем ее. Сразу пропускаем все катсцены. Не знаю, сколько будет идти это видео, ребят. Будем все пропускать. Выкидываем. Нам это ничего не нужно. И бежим. Бежим для того, чтобы как можно быстрее пройти данную игру. Сейчас и посмотрим, сколько мы пройдем, ребят. Я думаю, около 2 минут, не больше. То есть для того, чтобы пройти, мне всего-то навсего нужно просто бежать и сделать все с первого раза правильно. И надеяться, что меня не схватит сейчас ворон. Берем огнетушитель, берем телефон, пропускаем катсцену, бежим, смотрим эту катсцену, она не пропускается. Именно вторая, но она недолгая, очень хорошо. Просто пробегаем дальше. Здесь это живет ворон. Мы на него попасться не должны, разумеется. Так, пробегаем здесь. Слушаем. Оборачиваемся на всякий случай иногда. И забираем сюда. Для чего я сейчас это делаю? Если вы не понимаете, вы сейчас все поймете. Ага, я застрял на секундочку, значит, я уже немножечко просрал. Оп, забрались сюда. Я уже слишком много ошибок сделал, но именно останавливался. Так, взлетаем просто, благодаря этой прекрасной вещи. Долетаем до сюда, на всякий случай беру второй. Тоже запускаю. Оп. И мы приземляемся. Оп, и мы прошли игру. Даже меньше, чем 2 минуты, ребята. В принципе, там около минуты 40 секунд. Короче, я даже засекать не буду. В принципе, вы поняли, что я, в принципе, офигенно прошел. Офигенно. Концовки, кстати, немножко отличаются друг от друга, как вы видите. Но не так уж и сильно. Опять-таки, видим, нас ловит тот самый непонятный детектив, который за нами охотится для чего-то. Непонятно для чего, зачем. Он, видимо, что-то хочет скрыть, чтобы мы чего-то не знали. С вами был Лекс, это была игра Hello Guest. Самое быстрое прохождение в мире. Быстрее, наверное, еще никто не проходил. Даже если проходил, будет круто посмотреть, как люди додумывались до такого прохождения, чтобы это было быстрее. Спасибо за просмотр. Всем добра.